Я Илья Банаян, РУС-29, занимаюсь уже парусным спортом больше 25 лет. Сегодня были проходят чемпионат России, сегодня было 3 гонки, хороший свежий ветер. Последние гонки разогнала и волну еще. Гонки бойцовские, хорошие старты, соперники достойные, сильные. Всегда радует в таком коллективе погоняться, когда у тебя есть ребята молодые, перспективные. Сегодняшний день прошел для меня более-менее успешно. То есть я закрепился на втором гвозде, ну, назовем так, на втором месте на сегодняшний день. Будем надеяться, что дальше будем прогрессировать. Вперед только!